Всем привет, ребята! Это часть 2 про бабку Алку. Также хочу сказать, что теперь будет выходить новое видео, так же, как и в предыдущем видео я говорила, только в пятницу и по выходным. На каникулах будут выходить каждый день. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, потому что мы идем к 2000. На 2000 буду принимать просьбы подписчиков, типа с какими хрусташками, также сделать видео, с чем вообще вы хотите там видео и тому подобное. Немного приболела, поэтому давайте начнем просмотр видео. Ой, ну все. Может, поедешь со мной? Позагораем, в речке покупаемся. Я тебе все, что захочешь, куплю. Нет, бабушка, когда мы ездили в деревню, ты то же самое обещала. А в итоге я картошку сажал, пока ты за бабой Людой в костюме смерти с косой по поселку носилась. Ну ты сравнил деревню и дачу. На даче отдыхать будем. Нет, ну если ты не хочешь в этого Соника Плюйстейшена последней модели поиграть, пожалуйста, оставайся в городе, дыши смертельно опасными химикатами. Ты имеешь в виду Sony PlayStation 5? Да, точно. А ты не обманываешь? Да чтоб повсекаки в ящик сыграл, если я вру. Алочка, ну что, едем? Ты-то куда собрался, горбун-пердун? Иди полки в ванной вешай, пока я тебя не повесила. Музыка, игра, подпевай, козявка. Я одна стою на берегу. Да куда ты прешь, бабка слепая? Сиди дома, блины пеки. Ты себе побибикай, бибикалка не отросла еще. Я тебе ее сейчас выдерну через глотку. Ну вот мы и приехали в мои хоромы. Какой классный дом. А то, тут есть бассейн, горка, качели, все, что захочешь. Ура! Да, это Ильинична захомутала миллионера в свое время. Теперь балдеет тут, а наш дом вон. Ну что ты вздыхаешь, как девица на свидании? Это винтаж! А где приставка? Можно я пойду поиграю? Вот тебе приставка! Еще лучше твоей этой Сеги-Пеги! Глаза себе уже все посадил, бабушку родную на улице не узнаешь! Я ему внучок, внучок, а он дёру от меня, будто бы мы и не знакомы! Коси траву, чтобы мы до дома дойти смогли! Ты чё разлёгся, как барин? Пошли грядки полоть! Бабушка, ты же пообещала, что мы будем отдыхать. Труд — это отдых от безделья! Алка! Нинка! Чё, Лёшку на каникулы привезла? А у нас у Анжелки крыса сдохла, мы закапывать её приехали. Здрасте! Да вот, любовь к труду прививаю. Это современное поколение, разбалованное до нельзя. То ли дело мы, в поле с утра до ночи, каждый день без выходных, и учиться успевали, и родителям помогать, и на гулянки ходить. А эти, тьфу! Ой, бабушка, а тут ботинок и кость. Так, срочно закапывай эту яму! Бабушка. Я не виновна в этом преступлении. Я никого не убивала. Бабушка. Бабушка. Что такое? Я в туалет хочу, а мне страшно одному идти. Ну сходи за кустику дома. А вдруг там Анжела увидит? Не выдумывай. Делать ей больше нечего. Она спит уже давно. Ну, бабушка. Взяла проблему на свою голову. Пошли. Только ты никуда не уходи. Хорошо. Бабушка? Кто здесь? Бабушка? Бабушка! Ты
Ты мой золотой, с самого утра уже с метлой в руках. Двор бабушке подмести решил, не зря я тебя воспитывала. Так, подметай на чердаке, в туалете, в сарае и... Вот черт, приперлись гандобленки старые. Нинка, поди взболтнула, что мы здесь. Аллочка, я приехал. Они еще этого выродка с собой привезли. Пригнись, нас нет дома. Алка, открывай, пока я забор тебе не снесла. Они же опять у меня все запасы выжрут. Иди скажи, что я умерла. Бабушка, так нельзя говорить. А старушку не еще объедать можно? Пошел, я сказала. Алка, выходи, я настойку лечебную привезла. Да ты чё? Разливай скорей. Алка, какая у тебя чудесная клумба. А, это мы с Лёшкой посадили. Я вот этот цветок сажал. Вообще, девчонки, чё мы с вами как пенсионерки задрёпанные на участке киснем? Ребятишки, идите к столу, я вам сосисонов нажарила. Лёха, не намажешь мне спинку солнцезащитным кремом, а то я не достаю. Лёха, Лёха, весь в бабку свою пошёл. Ну так я его туда засунула, а он выскользнул и кубарем покатился. А я как-то курицу запечь хотела, но случайно внука в печь засунула и включила. Смейтесь. Можно я пойду поплаваю? Можно. Я чистотелом все бородавки отшкабливаю. Чего деньги лишние тратить? Сейчас на цены иной раз без слез не взглянешь, а пенсии кот наплакал. Сейчас же выходи из воды, пока не простудился. Но я же только что зашел. Ты посмотри на себя, у тебя уже губы синие все, дрожишь как лист осиновый. Но Анжела вон вообще уже часа два купается. Ну так потому она такая умалишенная. Таким же дурачком хочешь стать? Быстро на берег! Пердита, смотрите, я ежиха. Анжелочка, какой у тебя симпатичный костюмчик. Но не подплывай близко, я ведь могу утонуть. Ах ты мерзкая чертовка! Мороженое, покупай мороженое, недорогое, диетическое, самое то в жару. Бабушка, можно мне мороженое? Ну пошли посмотрим, что там у этой спекулянши. Покупаем недорогое Женае. Здрасте, почем у вас стаканчик с пломбиром? Я не хочу стаканчик, я хочу ягодный фреш. Знаю я, что они в эти фреши подсыпают. Красители да консерванты одни, по телевизору видела. Стаканчик всего лишь 70 рублей. Да за такие деньги я тебе сметану в морозилке заморожу и ягодами с Нинкиного огорода посыплю. Лучше всяких фрешев твоих будет. Все свое, свежее, с огорода. Скажите, а оно правда диетическое? Конечно, вы будете есть и худеть. Посмотрите на меня, я только им и питаюсь. Девочки, вы где? Там продают диетическое мороженое. Алка, пожалуйста, не надо. Бабушка. Прыгайте, будем заниматься спортом. Алка, давай я тебе настойки налью. Да у нее это от вашей настойки и случилось. Ты на кого бучу гонишь, щегол? Ёлки-палки, ты куда покарабкалась, кобылиха? Нас всех эта вышка не выдержит. Я же похудела. Сейчас съем рожок и еще похудею. Господи, как же хорошо, когда этой ведьмы красноглазой нет рядом. Ильинишна, привет! Мы тут немного у тебя поплаваем. Нет! Ой,
Какую мне Петровна открытку в WhatsApp прислала? Сейчас тебе перешлю. Да не надо, бабушка. Да ты такое еще не видел. Анжелке, может, отправишь? Вы-то че уже, целовались, небось? Ну, колись. Покраснел весь, как индюк. Давай дальше фотографии смотреть. Так, это мама твоя замуж выходит. Доченька моя любимая. А почему ты везде вместо папиной головы какого-то мужика наклеила? Да потому что у отца твоего своей головы на плечах отродясь не было. А я приклеила СССРовского Брэд Питта. В наше время такие мужики были. Не эти ваши шмаргернперные. Ой. Этот пень гнилой не в счет. Бабушка, а какая ты в молодости была? Ой, за мной женихи табунами бегали, я только и отмахивалась. Та еще штучка была. А по фотографии не скажешь. Ты кому больше веришь, клочку бумаги или бабушке своей? Ну, смотря с какой стороны посмотреть на эту ситуацию. Ишь, деловой какой, тоже мне Эйнштейн. А покажи моего дедушку. Ну, судя по твоим оханьям да аханьям, Евпсихий твой дедушка. А, нет, погоди, мать твоя же у меня от француза. Француза? А как вы познакомились? Мать пылесосит с самого утра, а дочери помощи не дождешься. Мама, зачем так пугать? Не наспишься все, сходи в магазин за хлебом, хоть какой-то толк от тебя будет. Bon après-midi, Botti. Bonjour. Товарищ, я не понимаю, что вы говорите. Из психушки сбежал, что ли? Я хотеть бы приглашать ты на свидание. Поедем? Насрула! Насрула! Алка на свиданку почопала! Записывай номер машины! Диктую! 6-5- Кто это быть? Это моя мама. Ну поехали! Я так жрать хочу! А потом что было? А потом суп с котом, маленький еще. Бабушка, что это за... Не узнал, что ли? Пердитка эта. А разве в ваше время так можно было одеваться? Нет, конечно, но ее каждый день милиция отлавливала. Ну ладно, Алка, я поехала. Мы тоже поехали. Пердитка! Пердита! Мальчики, привет! Сейчас мы с тобой сходим в аптеку, потом погуляем по парку. Тебе не жарко, солнышко мое? Ты куда пропала? Мы в прятки, что ли, играем? Раз, два, три! Раз, два, три! Выходи! Гражданка! Гражданка! Вы ребенка в холодильнике забыли! Разве так можно? Кошмар! Надо органы опеки и попечительства вызвать! Да что вы раскудахтались, как курицы перед обезглавливанием? Это мы так играем! Ребенка мне перепугали, дрожит вся от страха! Что-то топ произошло! Ой, а это Петровна? Да, с твоим смехом на людях лучше не появляться. Да, Петровна, это мы с ней только познакомились. Чтоб меня птица обгадила. Извините, не могли бы вы, пожалуйста, меня сфотографировать? Да без базара. Какой ужас. Это вы, чтоб коляска не уехала. Кстати, у меня такая же была. Стащили из подъезда, жулики. Ну давайте сюда свой телескоп. Сейчас я вас щелкну. Только близко меня не снимайте. Ну как, получилось? Обокрала скотина. Помогите, товарищи, меня ограбили. Здрасте, вы тут случайно не видели женщину с коляской? Алка? Алка! Нинка! Чё, на пробежку вышла? А у нас Галка дома весь холодильник выжрала, вот мы за продуктами в очереди стоим. А Галка это дочурка моя. Да ты чё, замуж выскочить успела? Ну мы ж с Вениамином со школы ещё. А ты как?
Я потихоньку, помаленьку. Дочурку тоже родила несколько лет назад. Как назвали? Даздраперма. А муж у тебя кем работает? А, уже никем. Тунеядец, что ли? Ага, лежит целыми днями, допылится. Сейчас покажу тебе его. Фотографию его с собой носишь. Видать, любите друг друга. Вот он, открыть урну тебе. Не надо. Тетя Алла, хотите, я покажу вам фокус-покус? Хочу. Засуньте сюда свою руку. Галка засралка, опять ты за свое. Извинись перед тетя Аллой. Галочка, а хочешь, я покажу тебе фокус-покус? Давайте. Алка, может, не надо? Засунь сюда свою ручку. А что это? А это мне кошка с утра в сумочку нарыгала. Иногда мне кажется, что ты приемный. Так, смотрим следующий альбом. Приемный? Батюшки мои! Ну что, Алла, настала пора возмездия. Лёшка, ты чего это, родненький? Лёшка, я тебе денег дам на твоего плюйстейшена. И уроки за тебя делать буду. И все, что скажешь, только не пугай бабушку. И я больше не буду убираться у тебя. Да, да, никогда. И мы больше не будем работать в огороде. Но только одну грядочку маленькую посадим, последнюю. Не выдумывай. Хорошо, хорошо. Теперь ступай с глаз моих долой. Помогите! Агафоник, классно ты свет сделал. Ага, видел, как она напугалась. А как она побежала? Помоги! Те. Вы пошутили, теперь я пошучу. А ты не знаешь, Алка с дачи-то вернулась? Вернулась. Итак, самый худший класс за 40 лет моей практики. Завтра у нас с вами 1 сентября. Хочу напомнить, что у меня вопиющая аллергия на хризантемы. Можно подумать, этой кабанихе кто-то цветы собирается дарить. Меня бабушка, как всегда, заставит. Я сейчас эту парочку сладкую рассажу. Вам не интересно? Мне что тут перед вами, польку-бабочку танцевать? Ты посмотри, какие хризантемы я купила для твоей учительницы. Ильхидия Мукопуткина сказала, что у нее аллергия, и ей нельзя такие дарить. Пусть твоя учительница не выдумывает. Сдирают каждый год по полпенсии моей на ремонт. Еще и цветы им нужного сорта подавай. Етишкин Шишкин, форма твоя сгорела. Это ты все со своей училкой заболтал меня. В чем же ты теперь пойдешь? Как ты на дедушку своего похож в этом костюме? Мы в нем его и похоронили. Ну, я пошел. Давай. Бабушка, не надо со мной идти. Ну как я тебя одного пущу? Столько опасностей кругом. Меня же обсмеют все. Чего я как первоклассник с бабушкой приду? Еще и в обносках этих колхозанских. Спрячь цветы. Что? Цветы спрячь, я сказала. Я ничего не понял. Так вот, кто срезал мои хризантемы! Ах ты, паразит молокососный! Ха-ха! Посмотрите на Козявкина! С бабушкой пришел, как маленький. Ты че, у своей бабки наряд одолжил? Ой, мальчик, смотри-ка, ты испачкался. Где? В Караганде. Еще раз будешь над внуком моим или над его одеждой шутки шутить свои? Я из тебя наряд ему сошью. Вот и наступил прекрасный волнительный праздник, День знаний. Дорогие мои, любимые ребята, как я рада видеть ваши добрые, умные, полные радости лица. Позади остались незабываемые.
Привет. А я сначала подумал, что это Петровна с твоей бабушкой стоит, но потом понял, что это ты. Спасибо. Для вас, первоклассники, звучит первый в вашей жизни звонок. Встречаем ученицу первого Г-класса, Рукосуеву Анжелу. Тебя чё, на второй год несколько лет подряд оставляли, тяжёлая такая? Давай, неси. Анжелочка, скажи сыр. Доча, скажи колбаса. Не бегать по коридорам! Слабоумные. А почему тебя на доску почета не повесили? Ты же у меня умненький. Я пойду побеседую с твоей классухой. Что это за предвзятость? Нет, все, иди домой. Алка! Пердитка, тоже учиться пришла? Я здесь работаю менеджером клинингового сервиса. Поломойкой, что ли? Итак, оболтусы, вы, как всегда, меня опозорили перед всей школой. Про прикид Козявкина я вообще молчу. Почему я должна стоять и краснеть из-за вас? Дорогу педагогу, здравствуйте, Ихидему Капуткина. А мы вас ждем в учительской, у нас там напитки горячительные. Нет, вы посмотрите на них, два учителя в классе. А им хоть бы что? Хоть бы что им? Здрасте. Ой, вы бабушка Лёшки? Да. Ах, вы бабушка Лёши. Лёша, списывай тут Тани. Не посидите с ними минут 15. Мне по делам нужно отойти. Нам конец. Сейчас будем с вами решать простенькие уравнения. Я все вижу. Я закончила. Так, так, здесь верно. Угу. Молодец, девочка, садись. Бабушка, это не твоя Лидка. Ребятишки наконец вылупились. Из сумки сбежали паразиты. А они ведь не ядовиты? А, нет. День знаний обернулся ужасной катастрофой для школы 666, которую около 20 минут назад атаковало семейство опаснейших ядовитых змей. А вот и первые очевидцы. Давайте узнаем, как это было. Здравствуйте, девочки. А я не поняла, это что за папарацци? Я разрешения вроде бы не давала на проведение интервью. Мне нужно припудрить носик. Мама, привет! Я бы хотела передать привет своей маме и поздравить моих любимых подписчиков с началом нового учебного года. Желаю вам ярких и счастливых впечатлений, отличных оценок, верных друзей и добрых училок. Я вас всех очень люблю. Мам, а мы будем отмечать мое день рождения послезавтра? Нет. Почему? Твой отец забыл свою барсетку в Брюсселе. Мы отправляемся туда как раз послезавтра. А я с вами? Ты остаешься с бабушкой. Так, Петровна, я пошла открывать МИД. Прикрывай меня. Сейчас буду всех убивать. Бабушка! Тварь! Что такое, мой сладкий? А можно у тебя день рождения отметить завтра? А, ты же у меня именинник! Так, давай посчитаем гостей. Я хочу позвать Агафоника, Максима, Илью. Подожди, подожди. В этой квартире можно находиться максимум 8 человеком. Но на твоей свадьбе тут было... Не выдумывай. Так, Нинка поможет мне салаты накрошить. Ее зовем. Семёныч мебель подвинет. Зачем Семёныча? Повсекаки же есть. Да! Ладно, давай Семёныча. Петровна настойки принесет. А тебе сколько лет исполняется? 11. Так ты у меня уже такой взрослый. Тебе стрепенье надо. Пердитка спляшет. Ее тоже зовем.
Ну, вроде никого не забыла. Так, теперь пиши, агафоник. Все, больше сюда никто не поместится. Я не буду с одними стариками день рождения справлять. Так Нинка с Анжелкой ж придет, хорошая девочка. Будете с ней дружить. Я хочу со своими друзьями отметить, а не с твоими. Ну, разрешаю тебе позвать твоего ботаника. Он как раз за троих жрет. Пусть три подарка и приносит. Ура, подарки сейчас подарят. Что же там будет? Может, новый телефон и конфеты вкусные? Здравствуйте. Лёшка, мы поздравляем тебя с днем рождения. Это мы с Анжелочкой выбирали. Книга о нашем городе. Энциклопедия природы Срандручининска. Спасибо. И шоколадка вот тебе. Фу. Горькая. Самый вкусный шоколад. Самый полезный. Зачем мне солнце? Монако! Ой, ну сколько подарков тебе надарили! И гель для душа, и шампунь, и постельное белье! Тебе хоть нравится? Очень! А что лицо такое недовольное? Я ему стол такой накрыла! Пердитка, тебе положить пюрешки! Да, немножечко! Все, я после 6 не ем. Лёшка, тебе положить? Не надо, я салат поем. На, накладывай. Ну что, внучок, мы поздравляем тебя с днем рождения. Будь хорошим мальчиком. Слушайся родителей и бабушку. Желаем тебе выбрать хорошую профессию. Чтоб учился на одни пятерки. Девушку себе чтоб нашел. Да у него вон невеста какая растет. А вы, Пердита, всегда были хорошей девочкой. А вы, Нина, слушались родителей и бабушек. А у вас, Семёныч, девушка есть? А ты по всякаки на одни пятерки учился. А вы? А вы вообще кто? И правда ж ты. А я не поняла юмора. Вы, дамочка, чего здесь присоседились? Мы сейчас полицию вызовем. Пошла вон из моей квартиры. Почему меня не пригласили на день рождения моего правнука? Мама, что за тухлая вечеринка? Сидят как на поминках, хоть бы конкурсы какие устроили. Мам, а давай наш любимый конкурс. Это который кто кого быстрее распилит. Да, кто кого быстрее распилит, кто кого быстрее распилит. Обожаю этот конкурс. Ну, в гостях хорошо. А сейчас будет еще лучше. Ёперный театр. Нинка, давай тебя первую пилить. Несчастье-то какое. Я утюг забыла дома выключить. Нам с Анжелой еще завтра рано вставать. Ничего не знаю, ложись. Алка, а это безопасно? Нет. 3, 4. Это самый худший день рождения в моей жизни. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Лёша. Зиночка, правильно говорить не birthday, а birthday. 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 Меня чё тут какая-то проститутка учить вздумала? Happy birthday to you. Happy birthday. Закрой пасть свою гнилую. Ну, внучок, загадывай желание и задувай свечи. Я сама торт испекла. Я вижу. А ничего не выскочит? Нет. А ничего не взорвется? Да нет же, смелей. А ничего... Давай, дуй уже быстрее, я торт пожрать хочу! Вы же после 6 не едите. Так уже полночь, новый день настал. Свечи не задуваются. А это не свечи, это петарды. Мой тортик. А что это?
Это же бабушка! Это же Sony PlayStation 5! Да! Я люблю тебя, спасибо! И я тебя, пчелка моя французская! Пошли поиграем! Алка, я в газете давеча про соников этих пятых читала. Они же как 6 пенсий твоих стоят. Да, я почку по всекаке продала! А он знает? Нет! Вот и все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все. Всем пока.